Регулярно с разных концов Иваново нам в редакцию присылают видео и фото, как придомовые площадки утопают в мусоре. Но, пожалуй, такого масштаба мы еще не видели. Можно сказать, ворота города, почти кольцо автовокзала, Лежневская, 175А. Двор между домами по улице Лежневской и Первой Полевой не просто в мусоре, а сам как гигантская помойка. Это вот так мы переходим по коврам. Просто, если честно, жуть. Как вышел такой бардак, жители объяснить не могут. За вывоз отходов платят, контейнеры пустые. А вот территорию никто не убирает. Мы направили в мэрию видео, чтобы понять, что все-таки происходит на этом мусорном участке. Там нам прокомментировали, что контейнерная площадка, которая имеет привязку к адресу Диановых 8А, где управление МЧС, не согласовано. В скором времени ее снесут. Территорию обещали убрать. Вопрос остается открытым только, куда дальше жители понесут мусор. Кстати, за несогласованное место сбора ТКО кооперативам, ТСЖ и управляющим компаниям может грозить штраф. Это жалобы с Володарского, 42, и тоже помойка. Горы мусора прямо у стен детского сада 195. Возмущение жителей копится не только вокруг мусора, но и вокруг ям. Они остались после сноса гаражей, и мусор, очевидно, тоже. Мэрии ответили, что все, что касается муниципальной части территории, уберут в самое ближайшее время. Центр города, кинотеатр «Современник», помойка завалена крупногабаритными и иными отходами. Они разлетаются по округе, залетая на благоустроенную в 22-м году территорию сквера. И даже если контейнеры убираются, то пешеходные дорожки и другие площадки не очищаются. Обо всей этой грязной проблеме нам сообщили жители в надежде, что мусорный вопрос там решится на постоянной основе.